Всем хрю, дорогие друзья, с вами, как всегда, Чуки-Пуи. И знаете, надо вас, хватит радоваться вас какими-то там играми, прохождениями. Надо заняться крутыми обзорчиками. И сегодня мы снимем обзор игры ПК Билдинг Симулятор 1. Это очень интересная игра про сборку компьютеров. Ну а ты, пожалуйста, для начала подпишись на канал и поставь лайк. Так ты и колокольчик поставь. Так ты не пропустишь новые видео. Ну что, поехали! Начнем с сюжета. Сюжет тут очень интересный. Вам дядя Тим отдает мастерскую, потому что ему, по-моему, надоело работать в ней. Отдает ее вам, и вы начинаете вести его мастерскую. И вы будете в роли компьютерного мастера, который будет чинить компьютеры. То есть вам будут приходить сообщения там всякие, там, почините компьютеры, прокачайте компьютера и т.д. И сюжет тут очень интересный, я бы вам сказал. И давайте начнем далее. Далее у нас музыка. Музыка тут просто шедевральная. Я не знаю, кто ее выбирал. Видимо, разработчики ПК Билдинг Симулятор очень постарались с выбором музыки. Она просто шикарная. Вот я вам даже сейчас дам отрывок. Скажите, это просто охрененная музыка. Ну реально, вот вообще просто вот под эту игру самое то. Далее у нас еще кое-что. Далее у нас DLC. DLC тут очень много. То есть и мастерские, и просто DLC, и сюжеты даже. Начнем с первого DLC. Эшфордс Экспэншн. Вы работаете в роли... тоже дядьки, который тоже будет чинить компьютеры и помогать игрокам, чтобы их компьютеры тянули игру. Там Heart of Stone, еще там всякие Soccer, Strike Break Go, короче, все. IT Expansion. IT Expansion это тоже интересная DLC, где вы работаете в роли айтишника. Вы тоже чините компьютеры, ну это почти как режим карьеры. Далее у нас мастерские. Ох, их сколько тут много. Тут вам и Gigabyte, и Asus ROG, и Fractal Design, и просто классическая мастерская. И Razer, и EVGA, еще там всякие. Ну, короче, мастерских просто дохрена. И это считается как отдельные DLC. Да, ребят? Хотя бы могли бы по-нормальному назвать, там, мастерские, еще там. Но нет, разработчики назвали DLC. Ну, логично же, ребята, не скажите. Кстати, недавно вышла ПК Билдинг Симулятор 2. Но пока что только бета-релиз. Который получился очень даже неплохим. То есть там тоже был сюжет. Ну, тот же сюжет, в принципе, норм. Это бета-релиз пока что был. ПК Билдинг Симулятор 2. То есть пока что еще фулл версию еще разрабатывают. Еще ее сделали не до конца. Ну и в принципе даже бета-релиз получился неплохим. Ну, оптимизация там хромает, ну пока что не очень получилось. Ну делать там особо и нечего. То есть в принципе вторая часть, я думаю, будет очень хорошей. Пока что там где-то 789 каких-то больше. А потом будет 1200. Ну, скажите, охренеть просто. Это просто жесть. Ну, вот такой вот у нас обзор. Я надеюсь, он вам очень зашел. В принципе, мой вердикт. Этот симулятор очень неплохой. То есть, можно собирать компьютерные мечты. В принципе, получилось очень неплохо. И мне даже очень зашел. Ну, а вы, как всегда, подписывайтесь на канал. Там ставьте лайки, колокольчики. А с вами был Чуки-Пуи. До новых встреч. Удачи!